Главное, чтобы нас не замечали. Пока что все было удачно. Господа жандармы! Господа жандармы! Господа жандармы! Чего она хочет? Замолчи. Да, женщина? Извините за беспокойство, но мой сын не хочет делать уроки, а вместо этого все время смотрит телевизор. Я ему говорю, вот позову жандармов, они придут и заберут тебя. Не могли бы вы припугнуть его немножко? Идите за мной. Скорей. Ну. Скорей, скорей. Иди. Сынок, пришли жандармы. Повысьте на него голос. Делай уроки, орк! Проклятый ящик с трубадурами! Сюзанна! Мамаша Леглу тронулась! Выбрасывает телевизор в окно!